В начале года в лабораторию окружного тубдиспансера поступил анализатор БАКТЕК, позволяющий в максимально короткие сроки диагностировать туберкулез у человека. Он был закуплен в рамках сотрудничества администрации НАО с обществом с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс», входящим в периметр нефтяной компании «Роснефть». Стоимость оборудования составила свыше 7 миллионов рублей. За 5 месяцев работы аппарата врачи окружного тубдиспансера вовремя выявили 2 случая болезни и назначили правильное лечение. Оборудование дорогое, но оно того стоит. Благодаря анализатору БЭКТЭТ можно не только подтвердить или опровергнуть диагноз, но и подобрать максимально эффективное лечение туберкулеза. С помощью этого аппарата у нас получается в максимально короткие сроки после выявления пациента назначить ему самую действенную терапию, и пациент быстрее поправится. В экономическом значении это приводит к более эффективному вложению средств в борьбу с туберкулезом. По словам старшего медицинского лаборанта Валентины Филипповой, раньше приходилось самостоятельно готовить среду для бактерий и просматривать порядка 3000 пробирок с посевами. На процедуру уходило от 1,5 до 3 месяцев. Теперь, благодаря приобретенному анализатору, сроки сократились. Узнать, что пациент болен, можно в период от 4 до 10 дней. Все процессы в аппарате автоматизированы. В каждую неделю нужно было перебрать каждую пробирку и пересмотреть, есть ли на этой поверхности рост. Это мелкие, нежные колонии кремовые. Это нужно было не пропустить, визуально все отследить. Здесь мы можем не контролировать уже, а просто нам даже подает сигнал этот анализатор и говорит, присутствует там или положительное какое-то у нас образец, или же отрицательное. По словам медиков, анализатор позволяет не только ускорить процесс, но и увеличить объем исследуемого материала. В планах тубдиспансера наладить работу по доставке проб из окружных сел. Анастасия Саботович, Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».